Ну что ж, начнем распаковку. У нас наушники пришли из Старпоста. Что-то они так долго шли. Не знаю, что вообще за транспортная компания. Первый раз они слышу. Вот пришли они. Так, ну давайте вскроем, посмотрим это что. Без ножа будем, наверное. Или все-таки с ножа. Что-то тут запаковали они неимоверно много. Так. Эх, елки-палки. Что-то, два пакета, что ли? Ох. Так. Ну да, два пакета. Так. У нас коробка. Толстый картон. Так. Аудиотехника M50BT. Так, микрофон, music, громкость, touch control, 40 часов продолжительность. Это все на коробке написано по-английски. Так, ну, вполне себе отличная коробка, красивая, матовая. Вот, но сами наушники выполнены в такой вот, в глянце, ну вот, глянец такой отдает. Ну вот, вполне себе неплохо. Так, давайте вскроем, да посмотрим, что внутри. Такс. Такс. Тут еще один, еще толще картон. Так, коробка, ну, конечно, не такая толстая, как вот эта вот коробка. Такс. Теперь вскроем самую главную коробку. Вот они, сами наушники. Наушники в такой ткани. Прямо подарочный набор для любого меломана. Для любой меломанши. Тут у нас даже такой поролон наклеен. Прям выглядят как наушники тысяч так за 30. Сами наушники представляют себя вот такие вот складные, складную конструкцию. Аудиотехника, надпись, все так солидно выглядит, такой матовый пластик. Вот. Так, что у нас тут? Ну, сами наушники, как вы видите, толстый пластик. Такие неубиваемые наушники. Так, что у нас еще есть? Так, это у нас ткань. Прямо реально подарочный набор. Затем чехольчик. Чехольчик красивый, толстый кожзаменитель. Такой вполне сойдет сюда и не только наушники положить. Вот. Так вот затягивается он. Очень красивый. Так, что у нас тут? Тут у нас кабель 3,5 на 3,5. Так, на кабеле у нас какой-то пульт управления. Так, это у нас зарядка. Ну вот, USB-шная зарядка. Обычный простой кабель USB-шный. Мини-USB. Так, что у нас еще тут? Тут у нас инструкции. Инструкции. Простая инструкция. Как заряжать, как включить, как сопрягать. Все вполне понятно. И без проблем можно это все посмотреть. Так, ну вот такая вот распаковка.